Васильевича. Друзья, не забываем, что сегодня замечательная акция, благотворительная программа «Доброфон». И спонсор «Украсив», он в этом нажает количество зрителей, присутствующих на стадионе, на 100, и полученную сумму переводят в благотворительный фонд имени Елизаветы Глинки «Доктор Лиза». Учитывая, что 15 тысяч болельщиков, нетрудно сосчитать, умножая на 100, какую сумму. Чуть меньше болельщиков, была официальная информация, чуть меньше 15, но все равно больше миллиона рублей. Да, это хорошо. Баринов получает желтую карточку. 27 февраля ответная встреча уже на стадионе «Спартака». И еще раз напомню, что никто с этой стадии Кубка России не вылетает. Проигравшая по сумме двух матчей команда отправляется в нижнюю часть сетки Кубка России. И шанс еще побороться за трофей у нее остается. Литвинов, Промец. У мяча Промец зашел по прямой к этому удару. Мяч сам Промец установил. Четыре игрока в стенке, еще недалеко от стенки. Максим Ненаков, а будет бить Литвинов. Стенку как раз попадает. Спартак на чужой половине поля с мячом, пока мяч у нас нам не забьют. Вот девиз Спартака, Промец. И вот кого мяч уходит от Квинси за пределы поля. Долженков качественно отработал в обороне. Лангратов торопится. Сколько добавит арбитр? Был долгий просмотр ВАР и принятие решения по отмененному голу Макеева. 7 минут. 7 минут. Что-то знаешь для мира, да, Сереж? Там тепло было. Там было тепло. Это серьезная разница. Это чего свечок? Идет передача. Чернов подустал. Заметно Артем, но все равно он важная боевая единица. Чужой штрафной. Подача. Мяч всех перелетает, включая Технезиана. Но Наир первым к этому мячу поспел. Дальше Карпукас. Придержали Технезиана, но в пределах правил товарищ. Еще раз, для тех, кто не расслышал, Бальде играл за «Спартак» в официальном матче против «Зенита», да, но в кубке не играл. Это Кузьмичев правило нарушил. Второй тайм, конечно, за «Локомотивом». Конечно, за «Локомотивом», и учитывая, что это первая официальная игра, вот такие перепады, такая амплитуда у матча, она вообще абсолютно нормальная, будничная. Нынешнего времени года. Ну и здорово, Галактионов показал, как лучше работать с командой по ходу матча. В раздевалке не было громко, я проходил мимо, там был спокойный, конструктивный разговор, и вот к чему он привел. И хорошая скамейка без мяча, ну и скамейка. И скамейка, конечно, когда у тебя Миранчук выходит, Глушенков выходит со скамейки. Это, безусловно, добавляет и энтузиазма, и продуктивность. Жиге. Максименко, Чернов. Друзья, и продолжайте голосовать в телеграм-канале «Матч Премьер» и в телеграм-канале «ФМБ Кубка России», выбирая лучшего игрока сегодняшней встречи. Ты бы за кого проголосовал? Пока в атаке товар. Передача. Поторопился, но Промец выше ворот. Это пока еще не тот Квинси Промец. Очень тяжелый вопрос, Коль. Ну смотри, варианты: Дюба, Беняев, Баринов, Мелешин, Бруцев, Литвинов, Зиньковский, Игнатов. Ну я скажу Дюба. Я скажу Дюба по второму тайму. Обрати внимание, что он, с точки зрения физики, готов на весь матч. Мы это видим на поле. И по-прежнему полезен, по-прежнему создает и обостряет. Ну и, слушай, должна быть у матча какая-то суперзвезда. Наверное, сегодня это будет Дюба. Ну и попал в штангу. Мы помним о том моменте, где Локомотиву не повезло. Из тех, кто обозначен в опросе, моего претендента нет. Я бы назвал лучшим сегодня Никиту Чернова. А вот Спартака. Черевенко остался. Вот это вообще психологичный момент. Ну, с тобой, кстати, согласны 45%, Сергей.
очень эмоциональная игра, очень боевитая игра, с разными таймами, с разными фолнами, с разным наполнением. И если по первому тайму вообще никаких вопросов к Спартаку не было, то замены Баскаля, конечно, так игру не перевернули, в отличие от Локомотива и его движения во втором тайме. Положение вне игры у Мартинса. Было ли оно? А оно действительно было. Ну и есть еще версия, лучший игрок Хлусевич. Он действительно много мячей перехватил во втором тайме. И помнишь вот эти передачи, которые в обострении шли, Сереж? Когда Хлусевич один на один там Комаров мог выйти, подкатив, прервал. Тут сколько людей, столько мнений, разумеется. Мартинс, Литвинов, товарищ. Зобнин сейчас хорошо мяч пробил у Спартака. Как ни старался Локомотив снова смотреться после отмененного гола, но пока не получается это сделать. Спартак грамотно забрал мяч и на чужой половине поля развивает атаку. Зобнин, еще и остаются силы у игроков гостей, чтобы мяч контролировать. Глусевич здесь мяч теряет. Контратака Локомотива на 96-й минуте пошла. Глушенков дальше на Миранчука. Миранчук выждал паузу. Тикнезян побежал. По левому флангу. Нужно сделать хорошую передачу. Там уже два нападающих. Чужой штрафной. Один выбежал только что из штрафной. Это Иван Игнатьев. Ну и хорош снова Чернов. Сколько же один в один Чернов сегодня выиграл единоборство. Ну, Тикнезян загнал Игнатьева сейчас. Загнал в угол, где ты, Чернов, лучше. Ну а лучшим игроком встречи признан Артем Дзюбаев. Поэтому после матча, Сергей Икарович, придется тебе с Артемом Сергеевичем пообщаться. Ну мы пообщались в перерыве, сделаем то же самое через пару минут. Да, и не забывайте про сегодняшний матч Лиги Чемпионов Лейпциг-Манчестер-Сити. Аккурат сразу после этой встречи продолжение футбольного вечера на Матч ТВ. А на канале Матч Премьер, аналитическая студия, подведение итогов. И матчи в Ростове-на-Дону, и матчи здесь на РЖД-арене, интервью тренеров, интервью лучшего игрока матча. Спартака, потому что остается играть 30 секунд, и Спартак с мячом на чужой половине поля. Товарищ. Гол Данила Бруцева в предыдущей встрече между этими командами здесь на РЖД-арене стал победным. Спартак выиграл 2-1. И сегодня история повторяется, только игра менее результативная и другой турнир. Кубок России. Путь РПЛ и мяч на 16-й минуте пока остается единственным, но Спартак. В контр-игре был шикарный момент у принца Повеса забить, и сейчас Спартак подгромил. Как-то потух, конечно, Локомотив после отмененного гола. И Александр Максименко может в очередной раз сыграть на ноль в Кубке России. Разыгрывает мяч Спартак и правильно делает. И все, все, свисток Владислава Безбородова. Пятый сухой матч в текущем розыгрыше Кубка России. У Александра Максименко, у друга.